Приветствую вас, наши дорогие зрители. Сегодня у нас будет распаковка пистолета. Ну, как пистолета. Сейчас увидите. Так, что ж такое-то? Это пистолет для работы, как клеющий пистолет. Китаец запаковал его в пупырку. Где вход, я не вижу. Давайте сами проделаем вход где угодно. Что ж такое-то? Не идет сегодня. Ножик не режет, хотя ножик вроде острый. Так, пистолет клеит с помощью вот таких вот палочек. Такие пластиковые палочки. Он их раскаляет, разогревает и с помощью них клеит. Пистолет заказывал уже вместе с в комплекте шли вот такие темные палочки и вот такие типа прозрачные. Вот. Так, что-то там еще нет. Больше ничего нету. Сам пистолет. Пистолет небольшой. С евро-розеткой. С евро. С русской. Вот. Так, это, наверное, подставочка. Подставочка. Надо закрепить ее. Так, вот такая. Так, наверное, не той стороной я ее закрепил. Ну-ка снимем. Ой. Что-то там куда-то застряло. Так, подставочка. Есть контакт. Вот такая подставочка. Убирается, если что, вот так вот. Так, это уберем. Ну, хотя, сейчас мы на этой штуке проэкспериментируем. Так, выключатель. Ну и заряжаем сюда. Все, я так понимаю, зарядили и вперед поехали. Подставочка это служит предохранителем и так работает. Надо включить и проверить. Так. Почему купил у этого продавца именно? Потому что мне понравилось, что в комплекте уже идут сами вот эти палки. То есть не отдельно их заказывать, а прям сразу заказал. Все вместе и работай, наслаждайся. Так, сейчас я секунду подключу. Есть контакт. Так, засветился индикатор. Так. Ни разу не пользовался такой штукой. Поэтому даже не знаю, как она работает. Наверное, надо подождать. Так. Что пишут китайцы? Так. Все. На китайском и на английском. Так. Что нам предлагают китайцы? По времени не написано сколько, да? Ну, давайте. О, уже так легко пошло. Видимо, разогревается. Как я понимаю, он должен расплавлять. И с помощью курка мы проталкиваем вперед. Так. Ну, уже весь грифель почти ушел. Но ничего не вылезает. Видимо, там еще не наполнилось. Так, ну скоро уже толкать ничего будет. А, вот, есть. Ну, смотрите. Так. Ну, все это паутину наразводил. Штука работает. К
клей выходит. То есть для того, чтобы что-нибудь такое приклеить. Дешево, сердито. Можно заказывать. Продавец не кидает. Техника работает. Так, сейчас я тут весь склеюсь. В общем, кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на наш канал. Вступаем в нашу группу. В группе, кстати, принимайте участие в жизни нашей группы. Вот, не проходите. Я не думаю, что у вас много займет времени. Там прокомментировать что-нибудь, там, поставить лайк или что-то такое. Так что всегда ждем вас в нашей группе. Задавайте вопросы. У нас там есть теперь раздел, где вы можете задавать вопросы. Мы на них будем отвечать. Так что участвуйте в жизни нашей группы. Всем пока!